Вот говорят, женская логика. Да нет у них никакой логики. Муж с женой разгадывают кроссворд. Муж. Первый мужчина, слово из четырех букв. Жена говорит: Коля. Мужик стоит на обочине, голосует, и вдруг перед ним тормозит крутая тачка. За рулем девушка. Мужик ей: ой, большое спасибо за то, что решили меня подбросить. Девушка говорит: пусть тебя подбрасывают другие. Я чего остановилась-то? Ты посмотри, у меня брови одинаковые. Ну какая это логика, а? Муж жене: даже не знаю, где нам лучше отдохнуть, на Канарах, на Мальдивах или на Сейшелах. Жена ему: не бери в голову, на месте разберемся. С чем? Где она собирается разбираться? Логика. Банкир кричит жене на весь дом: где банковский счет из Японии на 300 тысяч долларов? Жена помешивает пепел в камине, говорит матери: мам, приколись, это были не каракули. Где здесь логика? Гаишник женщине за рулем: дыхните. Она ему: подожди, я губы накрашу. О чем они вообще думают? Женщина выезжает с парковки и врезается в Вольво. К ней подлетает парковщик, она ему: тихо, тихо, никто ничего не заметит, я сейчас уеду. Врач пациентки: женщина, примите вот эти капли и забудете про все свои болячки. Она ему: ну да, мне только вот склероза не хватало. Логика отдыхает. Женщина приходит к врачу: доктор, помогите похудеть. Он говорит: я же вам советовал заняться сыроедением. Доктор, не могу, я этого сыра уже обожралась. Женщина подруги: милочка, я восхищаюсь твоей фигурой, поделись секретом. Та говорит: никакого секрета нет, надо просто меньше есть. Ну понятно, а чего именно? Девушке подарили крем для лица. Ксюша, с этим кремом ты помолодеешь лет на 20. Ксюша: прикол, мне будет минус 3. Какая здесь логика? Недавно спрашиваю: Кать, как ты думаешь, можно ли заразиться птичьим гриппом через поцелуй? Она мне: ну ты что, дурак, целоваться с птицами? Там, где должна быть логика, у них что-то другое. Мужчина встречает в Египте соседку по лестничной площадке. Ой, ты когда доктора вернешь? Обещала отдать еще в прошлый вторник. Она ему: ну ты чмо, приперся в Египет из-за 100 баксов. Логика. Девушка звонит подруге: Арина, я попала в ДТП. Меня с боков зажали два Мерседеса. Та ей: дура, быстро загадывай желание. Логики нет и в помине. Банкир жалуется жене: вот купил Лексус, угнали. Бентли купил, угнали. На Порше неделю поездил, угнали. Что теперь делать, не знаю. Жена: купи Феррари, пусть подавится. Гостиница. Мужчина прибегает на ресепшн. Девушка: у меня из номера пропала сумка с документами, деньгами, кредитками. Она ему: хорошая примета, значит, вернешься. Вот уж у них логика. Женщина подруги: представляешь, у соседа ночью угнали БМВ, а сегодня утром он сделал мне предложение. Как думаешь, вернуть ему БМВ не стоит? Девушка подруги: сегодня в лифте мужчина мне поставил лайк. Сказал, что я красивая. Я подумал, зачем женщинам логика, если они такие красивые и желанные? Спасибо за внимание.